Маленькому филиненку уже полтора месяца, растет он стремительно и с каждым днем радует своими успехами работников Центра живой природы. И, конечно же, свою маму, рассказывает о новом питомце Абаканского зоопарка методист Елена Межова. Мы, конечно, не проявляли излишнего любопытства, то есть пока он рос, пока он сам уже не стал таким более-менее подвижным и смешным. Он очень забавно ходит. Вот, допустим, лично я наблюдала, как он там что-то пытается уже искать. И, кстати говоря, если вот внимательно посмотреть, у него очень, несмотря на маленький такой размер и маленький возраст, у него очень мощные лапы. То есть это хищник, да, будущий, который будет охотиться. Кормит малыша, пока мама, питается птенец мясом. Она вкладывает ему уже разделанные кусочки прямо в клюв. Но учитывая то, какой птенец самостоятельный, работники зоопарка считают, что скоро филиненок начнет кушать сам. Имя у хищенного детеныша пока нет, потому что неизвестен пол птицы. Орнитологи предполагают, что самки крупнее самцов, а еще они определяют пол по цвету перьев. Однако самый быстрый и точный способ – сдать анализ крови. Работники зоопарка пока не спешат узнать, самец это или самка. Это в планах, но позднее. А пока они просто наблюдают за успехами этого милого птенца и приглашают абаканцев тоже полюбоваться этим пушистым чудом.